Жара невыносимая. Дачники ніяк не соберуться. Собрали. Та, блін, машина, я не знаю, ми будемо ззаді сидіти. Серега ніяк прицепної не візьме. Тут раз би прицепне і все. Хай Лариса сідає наперед, ми сані ззаді. Ребят, дивіться, в нас загружено все так, що там бардачок, нема де навіть де сісти і встати. І кричать, що ви берете їду? Кажу, що тільки випивку брати. Шо? Так для Ларіси треба віддільну, гляньте на Ларісу, для неї, для її шляпи треба віддільну ету. Лара, сідай спереді. Впереді, віддільну ету. Я відро я віддільну ету, зараз. Киньте все, йдіть за тим. Ну вона закриється, все, пішли. Закривайся, а мама там уже. Все, давай, пока, що порядок був тут. На сонці не лазить, поняла? Роботи об'єм у тебе є, он машинка, шить буде. Короче, ми закриваємо і ключ туди під низ положимо. Я положу. Все, вона зараз вилізе, все, пише, що? Все, мам, давай, на сонці не ходи, давай, пока. Я беру це, беру, Сереж. Так, давай, він буде. Продукти. Я тут розберуся, давай. Мені там ключ, кошелек. Та ось зверху положу. Він тут, Саня каже, може вийти. Сніми шапку. Загрузилися вообще. Ну він же ж прицепно, бачиш? Поїдемо на нашій машині, хорошо. Ну прицепнеш, стільки балакаємо. Говори, Сереж. Я Сереге скільки раз говорив. Постав прицеп, ну да, бери прицеп. Що-то треба перевезти, взяв попользоваться. Та вже три роки говорили. Не надо, не довірили нас нічого. Конечно. Ну, вони не купили хліба і пішов він за пиво. Ми все купили, а вони не купили. Це зараз стоїмо, ждемо їх. Я забула рис. Пішла я купляти рис. Какая красота, видите, сейчас подсолнухи цветут. Значит, мы в такое время в том году ездили тоже, у меня там фотографии были. Значит, возле мы были подсолнухи. Мы ездили 22-23 липня. Ну, я же говорю, бо подсолнухи цвели ну, тоді. Да, да, само. Да. Дивіться, яка красота. Дорогу доделали до моста, тут все кинули, даже технику уже забрали. Саня каже, гроші вкрали, все, правда. А Сережа Віри каже, що ще приїдуть робити. Да, ну, конечно, ж нікого немає вообще. Віра в наше время і в нашій стране Віра вмирає последній. Мост вообще ничего не сделали. А потому что тут же ж ніяк не об'їдеш. Если цей мост закрыт, то все. А, через Дмитровку. Через ну, Дмитровку да, только. Дмитров. Вот так зробили такий масштаб роботи. Подивіться, все. І ніхто його робити не буде, повірте. Все. Потому що це вже десь год. Та вже почти скоро год, да? В тому году вони робили його. А вон, бачите, така мужський монастир. А раніше був піонерський лагерь. Так. Да. Сережечка, ты дорогу помнишь? Конечно, что же. Щось я підожду. А, тут як ми на железнодорожника поворачуємо налево і пошпурили. Був подсолнух, а в этом году здесь пшеница. И посмотрите, пшеницу уже нужно собирать. Вот поле какое красивое. Уже прямо, я не хочу дойти, потому что там может быть клещ. Вот хлебушек наш. А мы уже приехали. Та вы ходьте, ноги розходіть. Тут уже пішочку можно. Да. Там якась кукуруза, тут видно, віки проорали, щоб не загорілося. І там же он дача. Помните, ми зимою туди я заходила. Хто хоче, подивитися зимню рибалку. Ми були на Лукасі, в баню їздили на Лукас. Очень класно. І там я по берегу вийшла. Там собак таких, що мама не горю. Ну, дача большая була, турбаза була. Я не знаю, чия. Ну, та там домиків куча. Ми ж там зимою ходили в сані. А ось телефон тут написав, бачиш щось. Бачиш, від пожара проорали. Ага. Сонтер. А це оті, що у Манді сусідок листя красиве, большие. А, от он взяв так. Да, ну ох воно вимахало, ти що, вообще. У нього? Год 5, наверное. Ну воно красиве. Там дітей.
Много, почти все домики заняты на отдыхе. Ну, Лука же все пішли в отпуск. То всі... А ось є такий будяк красивий. Будячки. Будяки, ага. Наші українські полові будячки. Будячки. Не було тоді, да, Сань? Був вже на, у Сереж, ні, був просто не такий ляк, який красивий домик, як маяк. А займаються сільським господарством, посмотрите, вігела, ці. Видите, как у нас хорошо растет вот этот вот портулак искусственный. Каны, юка. У меня же цвела юка, она еще цветет. А у Виталика тоже тика зацвела. А ось вот эти веселые ребята, или как они называются? Ой, тыночек сделали, как гарно. Как это называется, веселые ребята? Желтые, белые. Мы только приехали. Чернобривцы, гарные астры. Дуже гарно, ось такая клумбочка. Шахматы сделали красивые. Температуру хочет мне померять, Сережка. Померяй, дорогой. Хоть ты померяешь. Может, уже нормально? Нормально. Слава Богу. Это административное такое здание у них там. Ой, это же меня не видит. Смотрите, ребят, приехала одни на отдых. Сейчас тачкой будем, тачкой тащить. Так, это моя, бо я уже в последний кинула кофту, то вдруг комари будут кусаться. Так, это моя сумка. И тут еще вот это мое. Это будем брать вручную. И таганок, и все. Ты же дай мне чек-лист. Я говорю, я забыла, у меня сумки лежат. А чек-лист так и есть, да? Да, да, оформляли. А ты бачишь, какие шахматы он красивые поставили? Да, фигурки вообще. Будем шахматы играть. Я умею немножко в шахматы играть. Так, руки, конечно, заняты полностью, но постараюсь показать, как мы идем. Сельское хозяйство, Бека и Мека. Ой, я потом вам покажу. Вон там маленькие козы. Понастраивали новые ангары, вижу. Вот классно. Я говорю, так, ребята, вечером играем в шахматы. Посмотрите. Настоящие шахматы. Видите? Ходи конем. Сделали плиточку так. И шахматы. Будем играть. Зелено. Мы в свой номер. Мы когда заказываем, стараемся свой номер, потому что мы к нему привыкли. Там тенечек, там вообще замечательно. В этом году что-то очень мало роз. Ой, какую коптильню он поставили. Смотрите, какой мангал крутой. Вспоминаете, мы зимой здесь были? Снег был, мороз 20 градусов. Такая роза у нас есть. Видите, есть такие сушарки, мы выносим на улицу. Ну, хорош мангал. Прямо посмотрите, какой классный. Тут, между прочим, где-то 10 дней отдыхали дети. Прямо как пионерлагерь был. Включи холодильник. Ой, сделали какие-то вон два помоста с зонтиками. Такого не было. Куст пропал один. Дети вон прыгают. Мало, так... А чего? У нас новая установка. Телевизор здоровенный. Телевизор? Сейчас посмотрим. Нифига себе. Мы зимой... Бачишь, пропали кущи чогось. Ага. Ой, тут хорошо. Тут, видите, прохладненько. Смотри. Ой, трошки задохнулась в этом. Ну, открыла, а, да? Диван передвинули. Передвинули стол трансформера. Нифига себе. А стол крутой. Він може взагалі опускатися на низ. Да. Два стула, диван. Це ж він так розвертається, стул. Нічого собі, легко телевізор. Глянь, пожалуйста, від Комарова ми брали. Ой, я теж брала це. Ну, я брала пластини ще на вулиці. Так, розетки треба повключити. А ну тут нічого не помінялось. Ні, тут нічого. Давай чайник сюди. А, ну, ой, приросла к чайнику. Зараз я теж відкрию тут окно, бо... Знаете, закрытые, чтобы никто не лазил тут. То вот так. Тенечек пусть проветривается.
Смотрите, какая чистота в номерах, плиточка, все, постелька, все тут есть. Вообще красота. А зимой мы так переживали 20 градусов, а тут так тепло было. Это может, что дети тут были. Но я тебе скажу, что уютнее было, как там диван был, Лар. Да. Может, воно просто так, мы еще не привыкли. Вони за то, що телевізор сюди почепили, щоб ж було дивитися. А робить телевізор, ну попробуй. Ну, я наш. А ну, сейчас посмотрю, полотенце есть ли у них. Я не брала. Тот раз мы брали полотенце. А, есть, смотрите. И для ног, и для рук, и сидушки вот сидеть в этой зоне. Вот, пожалуйста, смотрите, покрывало, все, что вам нужно. То есть, ну, как в гостинице хорошей. Единственное, смотрю, что стенки помокрили. Это дети, видно, были, творили тут, что хотели. Знаете, как дети. Вот, смотрите, какая кабинка душевая. Ой, а ты мыло брала, Лар? Алла, я что-то брала, но я не помню, что я... Я еще хотела взять гель и, наверное, не взяла. И смотрю, нету жидкости. Тут раз была, сейчас нету. Ну, ничего. Не робы? Что-то не запускается. Не, ну світиться, значит, робы. Холодильничек вот такой вот. Смотри, сейчас он намерзнет. Небольшой, как раз для продуктов. Самое главное, что есть фумигатор. Просто замечательно, что заходите. Просто класс. Так, ладно, сейчас будем переносить. Сейчас он проветрится. Ой, как хорошо. Цей домик самый лучший. Его там тоже в тени. Хотя Серега хотел тут, чтобы мы зимой были. Ну, идемте посмотрим, что там в том домике. Сейчас хлопцы перетащут, Лар, все, будем. Вот. Серега сюда хотел, видите? Воды люди привезли, тоже продукты все. Тоже неплохо. Тут как-то на природе. Ну, я говорю, ребят, давайте здесь. Все-таки тут мне нравится вот этот вот сам вид. Мангал крутой, конечно.